И к другим темам. Борис Дубровский вошел в топ губернаторов России, умеющих формулировать образ будущего. Глава Челябинской области занял вторую строчку вместе с коллегами из Мордовии и Севастополя. Втроем в рейтинге активности они набрали 9 баллов из 10. Работу губернаторов оценивал фонд «Петербургская политика». Делается это в преддверии выборов президента России, которые состоятся в следующем году. И образ будущего может быть положен в основу выборной кампании. Создание такого образа в регионах было одним из критериев оценки губернаторов. Также обращали внимание на отсутствие скандалов и высокий уровень явки на выборы. Такой результат нашего региона эксперты называют предсказуемым, так как в Челябинской области разрабатываются и работают программы, направленные на развитие региона. Вот как прокомментировал нам итоги исследования политолог Александр Мельников. В моем представлении Челябинская область действительно активно обсуждается и прорабатывается образ будущего. Это идет в моем представлении с подачи губернатора, потому что Дубровскому как руководителю, наверное, свойственно все-таки стратегическое мышление и постоянное вот желание заглянуть в будущее, посмотреть на какие-то более отдаленные ориентиры. Добавлю, что главы Москвы и Санкт-Петербурга оказались с 8 баллами на строчку ниже Бориса Дубровского. И отмечу, что сейчас в Челябинской области по поручению губернатора разрабатывается стратегия развития региона до 2035 года. Над документом работают все министерства. Основная цель – повышение качества жизни южноуральцев.